Всем привет, пацаны, с вами я, Эдарнар Чен, и в сегодняшнем бою мы вам покажем, я с Максимом Паюком покажу, как правильно играть на ставке 2x2. Мы очень долго не снимали бои на ставке 2x2, и сегодняшний, так сказать, обучающий бой именно будет с ним, где мы покажем реально, как можно интересно играть и выиграть в тех случаях, когда даже не пахнет победой. Мне сегодняшний бой очень понравился, так что вам он обязательно понравится, потому что он и прикольный, и сам по себе мастерский. Я думаю, что многие уже забыли о том, что настоящее мастерство, и привыкли к тому, что я кривляюсь. А в этом бою вышло по-другому, у меня не было времени что-то ржать или что-то прикалываться. Так что я думаю, вам этот бой понравится. Вы, конечно, поставьте лайк на этом видосе и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну что ж, Эдуард Марочнян и Максим Паюк против Топера. Поехали. Сейчас, главное, чтобы еще раз потом уже. Ну, вступление уже потом сделаем. Главное, чтобы сейчас кого-то соединило. Так, начинаем, в принципе, ожидание соперника. И самое хуёвое, когда только начинаешь. Сейчас главное начать, а там уже разыграется. Ты что, хочешь? Я же поезд такой тупой вообще. Два игрока, 200. 200 чем-то тысяч реакции. Пусть только на первой ходить не будем. Да, пусть мы будем ходить второй. Если бы было, блин. Чего там, ищем соперника, давай как-то быстрее. И это вырежу, чтобы сразу соединило. Три. Ну все, это было типа проверочка. Как нажимаю, не сразу соединяйте. Тихо, пацаны. О, конечно, конечно. Давайте, минимум 500 тысяч, я хочу увидеть. Вот, наш второй ход против Пашака. Ой, все, вот если мы тут выиграем, тогда уже нормально. Я что-то уже очкую, короче. Так что пою, короче, взял. Я все взял. Я еще этого Артура надо выносить так, что тебе вынос дадут, так что все. А нет, не вынесу уже Максима. Вынесет. Да ладно. Чем? Перчатка и кервер. Ты знаешь? Сторону вынесет. Да. Ладно, пацаны, короче, тут нубы. Не, не вынесет, потом неправильно. Тут нубы скуль. Хоть бы не вынес, пацаны, потому что сейчас бой будет очень трудный и. Нет, не вынес. Вынес. Да ладно. Нахуй так же. Ты же не вынес, естественно. Нихуя, вот это было бы не блять. Я что-то растерялся даже серьезно. Ну давай попытаемся, я вынос хотя бы кого-то сделаю. Я у меня броня, я вообще не могу делать. Да понятно, давай это. Я не знаю, честно, можешь тянуть блок, чтобы они его разрушили, а вынес Артура. Нет, я сейчас поставлю атом на Андрея с блок. На Андрея. На этого алхимика сделаю. И паука атакеру кидаю. Ну еще один атакер. Блять, я не был готов к этому, серьезно. Ну какого скуля, хуюля и мафия сити. Так, хорошо. Ну допустим, я сейчас скажу Эдуардом, и он не прикроет Артура, я вынесу Артура с Ерека. Но они сейчас, скорее всего, ну паука же не кинет, правда? Нет, он не вынесет. Да ладно, да ладно. У меня же этот носорог, полуатакер, не надо, у меня увеличил. Не, он не вынесет. Да ладно. Нифига себе, как улетел. Ну и смысл дальше играть, ну, ебать просто. Я еще и пробую. А чего он так улетел далеко? Да без понятия. Ну ладно, импровизируем, короче. Чем мне уже остается делать? Да пиздец, так у меня фулл-атакер же, думал, в принципе, стать полного броника. Ладно, в принципе, сейчас бы на шуту, может быть, что-то изменится. Ты, в принципе, мог разрыть под Ростиславом минами и забурить его. Знаешь, как быть вообще надо? Ну, типа, что демон заживал, там дракон ест. Да ну, если сейчас не вынесу вот этого черного, вынесу, правда, блядь, вынесу. Ес. Зачем делать дальше, это все равно пиздец, нам минус 2 попадали 2 броника. Если у вас не заметили, я думаю, я так не смогу вынести даже замороженный. Интересно, да, вообще, даже не знаю, честно, если мы сейчас как-то... А нет, потому что уходит. Хотя замороженный, считай, в принципе, ты сам демон. Да нет, не заборишь. Даже если заборишь, не уйдешь, можно антиутоп. У меня заморожено. Да понятно, понятно, все. Уже пытаемся, нам нужно избавиться еще от двух атакеров, там нафиг. Заземлите Кима. Капец, они там позащищали себя. Еще и коробку кидает при минус 2, ясно. Да я не буду этого ложить, это хуйня, забудь не сказать. Бой на 5 минут, дайте сразу коробку на третьем ходу, пиздец. Напиши, может, еще затрачим как. Ну, как бы, я пишу, пусть с ним. Толку тэп, нам нужно еще один вынуть срочно. Я бью разрядником туда. Угу, бей. Ну, у них еще одна перчатка есть. Да, это просто тебя, типа тебя там ненавидят, чуть-чуть. А их ненавидят, меня тут все любят, особенно все эти. Как он мне писал в личку, Марик, удали его с друзей, или я тебя удалю. Я говорю, иди нахуй, бля, хорошо. Ну, лошара, честно. И вот это на ставке с Димом, тихо-тихо, страшно. Так, не машешь разрядником, пусть не пишешь. Короче, смотри, у тебя бумеранг есть? У меня есть. Вот, ну попробуй снять шапку с того, что ли. Я попробую. Я сейчас попробую Ростислава, как ты там говорил. У меня еще весь арсенал, я должен как-то вынести по-любому кого. Ну, там бы не помню, не звоню. Сука. Сейчас ты там. Опять, ты видишь, блядь? Пять, хуйсоски, блядь, как они называются? Землители. Так, ладно, я тоже рушу перчатку. Еще и на хп тебя вывесил. Ну серьезно, на что нам надеяться? У тебя есть артиллерия? Ну даже если есть, она еще недоступна. Не, я сейчас рушу перчатку, а дальше. Не считай, перчаток не будет. У нас, смотри, хп. 900 хп у них, 2000. 2000 хп. Так, артиллерия у меня нет. Аккуратно заметить там смысл. Я просто перчатку рушу, да и все. В принципе, что мне сейчас есть? Так. Есть какие-то другие варианты? Нет. Ладно, если повезет, заюзаешь. Если не повезет, то вообще пойди. А, ты так даже не сможешь забрать Ростислава. Потому что он заметил его автоматом. Ну, хуй этим бичам дали вообще первый ход, их реакции 300. Стерпи. Повезло, просто тут повезло, естественно. С минус один при заморозке, и дальше ты... Меня хотя бы вынес броником. Пиздец. Два броника ебал. Ладно. Если сейчас кидать блок, что ты будешь делать? Ну, мы никак не вынесешь, понимаешь, они тупо удерживаются. Ну, максимум может он ударит кулой. Максимум. Кидает блок, ебать. Да. Скуя в крестном отце. Ну, давай, короче, бери токсин, ебашь карту токсина. Ну, короче, ты понял, да? Руши эту хуйню, иди в карту. Тебя сейчас, короче, дадут панамку. И ты там затащишь. С панамкой, да. Иди так, чтобы глубоко, блядь, тебе глубоко не панамку. Нет, она еще закрыта, хотя бы идет. Ладно, я должен типа выносить отдать. Мне кость дали, она и нет, опять хп. Каждый ход, да? Еще и защита от холода, если не ошибаюсь, этого. Да, заморозка. Ну все, отцовская шапка. Может, мне тоже в карту пойти?
смысл? Ну смысл, меня сейчас кубами будут бить, как, блядь, за два хода, считай. Ну надо вынос давать. Значит, я Андрея не трону. Бункером они ничего не сделают. Макс могут, типа, потом бункер кидают. Ну и что? Ну смотри, меня они что-то ко мне прислали, тебя вообще не трогают. Нихуя не трогают, меня один без. Ну ладно, давай сейчас. Поставь балку, так, типа, этот бункер ставить, хорошо. У меня должна быть одна балка. Как дать вынос на таком случае? Серьезно, что я там буду? Надо яму делать где-то вообще. Я могу сделать яму, ударить фугой, ну. Ну что, я сейчас ударю кувалды, сейчас будет зелёный, они же еще и заюзать могут. Заюзает по-любому. Ну хорошо, я просто кидаю арбуз, просто кидаю. Кидаю арбуз. Что себе сейчас поставлю хотя бы по арбузу отсюда. Ну а ты что, нету сыпана в алхимике? Нет, я же взял это, слепко у него, блядь, эта херня. Ну все, сейчас мне еще минус 70 хп, сколько там, 40 хп, ну ладно, пусть, ну что сейчас поделать. У меня 640 хп, у тебя 200, если они сейчас тебя не убьют. Если мы вынесем еще одного из них, то тогда да, можешь синиками ударить, у тебя же Роман бронит, да. Если они открыты еще. Да нет, открыты по-любому. Блин, они хотят быстрее тебя убить. Если реально, ну как нам, сейчас блок кинет. Ну ты рушил его в любом случае, там что-то. Да-да-да, ставь атом. Ну что ж, не на тебя. А если я бы поставил атом справа, и у меня куча мин, то нет, это тоже. Да руш, просто бери ковровы и рушь. Тебе как ничего не остается делать. Ну посмотрим, что у меня там будет. Считай, у них, короче, что у них с блоком? Ну два блока еще есть, это тоже много. И специально, сука, так делать. Нам нужно рушить карту, чтобы зеленый. Ты можешь сюда вот эту дверку делать, этот блок. Фугу бы сюда. Не-не, артиллерия даже. Да нет, у меня артиллерия вообще. Ну давай тогда погас. У меня, считай, перчаток вообще нету. Есть одна ложка, ну блядь, я не смогу еще поставлять под вынос вечно. У меня всего лишь целый перст, его два раза куба ебанешь и все. А барашка, не зайдешь барашка, правда? Зашла. Блядь, он хочет зажарить огня, представляешь? Сука. У меня защита от огня в этой шапке. Блядь! Убил, с таким хп. Сука. Ну ладно, что мне сейчас можно, в принципе, с ним делать? Ну фугас бить, не знаю, больше что. Ну, в принципе, да. Да, хорошо, ну вот это все равно так себе. Так, значит, блин, мне потом что делать? Куда мне оставаться, если я, к примеру, фугой ударю? Кстати, смотри. Да не, я никак не ударю нормально фугасом, чтобы потом сам остаться живым. Метеорит может допустить. Точно, метеорит. Ну это единственное, что могу сделать, чтобы потом. Да ладно, я еще фугой успею ударить, в принципе, так нормально. Ну, да, ты ударил. С учетом того, что меня сейчас могут вынести, с учетом того, если, конечно, все постараться. Ростислав, ну если он ударит. Оп! Да. Да нет, даже если мы просрал, выходит там сидит в шопе. А я опять тебя бью. Ну чтобы я ходил, короче, чтобы тебе было. У тебя же арсенал полный, считай. Сейчас, если сейчас на тебя топку возьмет, то пизда, короче. Фу, шанс! Блять, это шанс. Все, у тебя тупо миночки не пистраты. Блин, миночки, у тебя не сяжут, минки пистраты. О боже, давай, так скучно до утра было, сейчас такой шанс. Ёмок пугает. Давай, ты его сейчас без страха можешь вынести. Короче, поеду, давай быстрее, блин. Ну, либо без страха, либо с страха. Ну, падай в яму. Давай, потом блок кинешь. Давай, поеду, я хочу это увидеть. Блок возле себя, блок. Ну, блин, ну ладно, хуй с ним, ну ладно, пацаны, это единственное, что сейчас хорошее в этом ёбаном бою, что у нас появился шанс. Мне почему-то помогало так вообще. Да ты мог бы еще и блок кинуть, это вообще бы шикарно было. Да, я мог вообще сломаться еще на удачу попробовать Андрея. Даже нет, перчаток нет, ах, титанка, блядь, титанка. Ай, блин, вот это пипец. Если он сейчас, вот смотри, как-то тупанет, я подошел Андрея фугой. Если он мне титанку забьет, а он кипет, поверь мне, сейчас замок телефон. Я держу, я ради толку таксим, короче, хуяй фугой, да? Давай, фугой, балку ставишь, я жку. Ради толку перевязывай, таксим. Так. Так, получится? Получится, ну только давай, ладно. Давай. Чё давать, что уже, что я могу сделать? Давай как-то на шару давай. Шариком в лоб иди там, чтоб тебя не вынесло. Блядь, на шару, пацаны, сейчас все решит, это шара. Всё, голову так, берем голову. Ну давай, ну блядь, ясно, все. Ну, есть! Вылез, вылез. Yes. Если меня сейчас выносит без траты. Сука, надо было заземлить и кинуть. Смотри, хочет юзать перевязку, блядь, что делать, если меня сейчас вынесет два раза, заход, то пизда. Он взял тоже антитопление, надо было кинуть. Ну ты кинешь блок, если меня сейчас выносит без траты, я под вынос. У тебя балки есть, защитишь меня? Есть, у меня же все есть. Пусть идет. Пусть будет без траты. Ну тоже опасно туда спускаться. Ну после этого не уйдет, а ты его можешь вынести. Пиздец, блядь, такой тупой боль. Он титан кипал, чтобы на урон. Он на урон кипает. Там ледяшка помешает. Мне защита от огня плюс один. Ну давай, все, хватит, все. Фу, блядь, да хватит, нормально, короче. Давай ты блок кидаешь. Заземлить или блок? Или не надо заземлить? Да надо, надо, кидай заземлить. Чтобы у меня сейчас не должен убить, чтобы я хоть что-то сделал. Пусть ему дырку кинешь, подкинешь. Если у меня было. Если перчатки кидаешь. Блядь, мы должны затащить, мы должны мацать. Сейчас шанс просто такой пиздец. У нас было 1000 хп, у меня 200. Слушай, у нас 4 блока, если он даже будет ломать, ему жопа. Да если он сейчас убьет, тут не дай бог он меня убьет. Я же регень заебись, плюс я жрал так всем перевязку. Смотри, он сейчас должен рушить твой блок, либо я его буду уронить. Если он тебя убьет, у тебя нету шансов. Что мне делать тогда? Карту иди. Может, тыкву ты ему кинешь? Да нет, у меня тыков. Бля, он сейчас меня дернет на лбу. Ну бронебойность бешеная, чего он себя не морозит? Ну, тупо не будет. Не надо. Да ладно. Не убил. Что делать, брить его? Бури его, бури, бури так демоном, типа, чтобы он утопил. Блять. А подожди, может на уроне блок лежит, на урон может не убить. Выходи, собаку из. Нет, у меня. Смотри, Павел сам сказал. Ну, понимаешь, блок лежит, ему нечем регениться. Его смысла топить нет, у него будет все равно больше здоровья. А, ну в принципе да. Смогу отсюда? Давай пробуй. Фу, смотри, получится, пусть я его заморозу. Давай. Так, еще и заземлить и кину. Успевай, ладно, за время все. Давай, тебя пиз, давай, соблять, ладно. Я сюда ставлю. Сука, пою, я не знаю, какой хоть раз. А что ты балку не поставил? Нет у меня балок, блядь, там заземлитель сидит. Давай, выпони уже как-то. Ну блин, блок сидит. Я не знаю, серьезно. Так считай, титанка, он меня максимум глубоко ударит. Так, у меня есть балки, я могу выйти. Он заморозил еще два хода, тебе нужно тупо его убить, у тебя рук. Я... А, он блок кидает.
так. Шикарно, блядь, ебашь эту сумку. Максимально у меня, забей на блок, забей. Я понял. Два кода. Если бы еще и съели. Ой, мне есть балки. Ты можешь одну балочку красивенько так и затем стрижутся. Если у тебя два балочки. Давай, становись, ставь ровненькую балочку и тем стрижутся, блядь. Сейчас я прицелюсь, так что 100%. Ладно, да? Да, и балочку. А еще балка прибудет. Сука. Сделал. Все, он минус 2 не даст, да? У него барьеров нет. Барьеров нету, разморожен. Все, блядь, это... Ты подойдет, блядь. Да, и Эдуард не топится. Сука, такой шанс, ебать. Я его не хотел. Что, убьет? Если у него барьер есть. Да ладно, он же выносил меня барик, и мы меня уронили. А, он хочет утопить. Все, книга, Марик. Пиранец бери. Фух. Хорошо. Заходи наверх, безопас. Где мое знамя? Где мое знамя? Внизу. Вон в самом низу, видишь, возле шапки моей, где я стоял. Все. Аккуратно там огоньки могут быть. Возле знамя вставай, видишь, где нету огоньков, смотри внимание. Душеметом, либо скинь. Глубоко или душемет? Душемет 100%. Душемет, давай лучше душемет. 100%, если меня не убьет душемет. Нет, сука. Фух, ребята, 6 кп. Yes. Блядь. Мы тащили, такой бой затащили вообще. Блядь, ебаный стыд. Что еще? Конечно, блядь, конечно, ты пиздец, да? Я думал, меня сейчас душа убьют. Лучше, да глубоко 100% бы убила, блядь. Такие часы, такие, вы бы. Два, тупо два, минус два, два кода. Я считаю, вынес черную шапку, это очень много. При том, что они еще с минус два коробки кинули. Пиздец, фух, это мне понравилось, бля, пиздец. Такой вообще просто безнадежный бой, согласись. Ты видишь, мы целый бой сидим тупо на нервы. Все, мы первый. Да ладно. Наш ответ второй. Пацаны, 400 или 500 тысяч реакций у нас общие. Но самая большая по себе реакция. Нас сейчас тупо минус один без два подают. Но если мы затащили против тех дам, то 130 тысяч, 305. Ну, это минус два вообще, давай, легко. Ну, походу, ничего не сделал. Вот это поворот, все. Ну, тут будет намного проще, пацаны, так что все. Максимум минус один даст, хоть сейчас. Ну, прикроешь Андрея балкой и... О, кстати, у него Павел фулл атаки, сможешь что-то с него сделать? Павел, Павел, где тут Павел? Выносит на его Андрея, понятно. Выносит или типа выносит, понятно. Yes, yes. Ну, это все, это пиздец. Полный атакер он вынесет. Да ладно. У него тоже фулл атакер. Да нихуя, бля, бронебойник. Ну ладно, тут мы затащим, это без сомнений, пацаны, даже. Хоть если мы тут проиграем, считайте, у них два полных атакера. Я не знаю, как вынести вообще. А, если я Андрея НЛО, эту яму. Не-не-не, даже можно сбавить. Нет, я не знаю, ты можешь даже минус два дать. Да, тут минус два. Давай, да блин, балку ставь, две балки, бля. Да выноси как хочешь, короче. Ладно, минус один дашь, а я там еще. Да, и прикрой обязательно Эдуарда, а то сейчас ходит это. Понимаете, сколько уже выбежали. Сука! Я не знаю, ударь правильно, короче. Но тут прикрой Романа и Эдуарда. И сам съебись куда-то подальше. Я сейчас представляю, если ты не выносишь, нам еще минус один дают, и вообще жопа. Смотри, я вынесу. Я правильно. А все, понятно, что правильно. Подожди, надо вынести, все. Правда вообще, ну что, слабые игроки, 305 тысяч. Фулл атакер, блин. Ну и вообще опасно, когда. Когда. Я не вижу, кстати, твой под выносом. Нет, это их не под выносом, ты балочек поломал. Я еще палку сломал, так нормально вообще. Ну что, давай. Один ход, чтобы я регметоном что-то ударил. Еще третий, ты обязательно ответил. Так, ну, блин, смотри, пою, просто как объяснить то, что мы ходим 2 из 2 вторыми. Я не знаю. Какой шанс, как 70 тысяч и 240 ходить вторыми дважды из двух. Ну, пиздец. Ну, это короче, так сказать, нет, чистая случайность, потому что... Ну, нельзя же сказать, что это специально. Ну, по-любому эти 10 кто-то, наверное, полжизни ходили вторыми. И сейчас дали мне что-то. 10 раз вторые ходили первый раз. Да, и, ну, просто чистая случайность. Они еще не ходят. Скорее всего, они... Сейчас, ну, потеряют. Сейчас кто-то вылетит, наверное, вообще легче. Марик, можно в други. Фу, или ты записываешь, Марик, фу. А, сейчас стрим или ты записываешь? Нашел кого записывать, конечно, ладно уж. Так, они вот, выйдем от игры. Сама система сказала пизды нахуй. Пизды нахуй. Недостоин гидросоряне. Сейчас, короче, меня вынесет, наверное, да? Ну серьезно, если меня выносит, то я даже не играл. А, бывает такое, подаешь минус 2 игры, зайдись, поиграл. Да, синенько не даешь. Подожди, блин, если бы вылетел второй, то у этого второго еще арсенал остался. У первого же там не было. Подожди, он уже одну балку ставил, ему Виталий еще придется чем-то крыть. Да блин, я хочу играть, не оставь меня. Не надо. Прикрыл, вот это прикрыл. Не надо, ну оставьте его в покое. Ну сука, поиграл. Я, блин, с телефоном, капец. Я вообще просто так могу сидеть и смотреть, надо, честно. Выноси, короче. Да. Вообще тут. Поиграл. Ты можешь, кого хочешь, выноси. Блять, ты тут один сейчас тащишь. Да ты и так, блядь, минус один балл потратился. Можешь с прыжка минус заморозку поставить. Ой, минку. Нет, просто на лодку вынеси. Ну так, две миночки, еще и третья понадобится, себя так. Если ты сейчас даешь вынос, то ты атакера тупо загасишь как сучку, а там уже и выйдешь. Если они не минус. О, блядь, точно, у них же два атакера. Так, первая миночка. Охранник, ну смотри, блядь, что-то я очкую. Серьезно, мы можем пройти. Вынеси, вынеси, вынеси. Ну представь себе сейчас. Ну даже что тебе сделал? Ты ебан на 300 хп, ну и что? Максимум. Блин, понимаешь, если они атаки могут сейчас позиционировать вообще. Да, если они еще и союзы после того, как им 400 хп снимешь. Тебе вообще, да, как бы, выносить атакер, это тоже не самый лучший вариант. Да и на урон тоже, блядь, как опасно. Да ты ему 300, он 200 регенит, и 100 сжает. И что? У него полный пес в итоге, блядь. Ну это будет так, знаете, что делать, когда ты играешь против двух атакеров? Пытаться что-то мутить. То есть, точно так совета тут реально как не дашь. Если сейчас мы будем их реально уронить, то ничего. Нет, он не будет. А, кстати, да. Типа, на лошадь сохранить. Не повезет. Сейчас, скорее всего, он тупанет в ходе, и тогда уж шансы уж на победу будут, если он останется под выносом. Ты можешь супер автой снизу ударить, если, конечно, он останется, потому что там... не ударишь. Да ладно, если сейчас дать вынос, то все, тогда можно... У него атакер, даже если он даже не закидывает, у него вынесет. Yes. Ну все, сейчас вообще заебись. А это вообще норма. Лучше больше на хп выебал. Ну, смотрите, 100. Смотри, никто, блин, доносил. Да, и то на 500. Давай, смотри, сейчас можешь, давай два барика балать, а у тебя балочек нету. Попробуй, короче, барики, чтобы он на краешке оставался. У меня бариков нет уже. Как я говорил? Может, это реально? Да, давай я поставлю атомку.
У него балласт. Да, там. Ты можешь сейчас зажарить этого чувака на толку. И может быть просто блокируешь, чтобы он ход слил и ничего не делал. Давай, короче, читай блок, блин. Понимаете, тоже такая фишка, когда атакер рушит блок, это прям очень тупо, серьезно. Ой, блин. Ладно, да. Сама. Сейчас липушка ёбнет. Короче, в таком случае атакеру не следует сейчас рушить блок. Я бы его. Он заземлите. Знаешь что? Я бы кинул арбуз. Я бы и блок разрушил, я бы на 300 зауронил. Хотя да. Но он такое не сделает. Максимум поставит миночку и кинет липучку. Это тоже хуёво будет. Считай, он не ход сделает, и блок разрушит. А, немножко цвета. А, не, он прикрыл. Блять. Я ставил, в принципе, на этот, на ресурс ставил. Ешь, ну может быть, я сейчас сам свой же блок кинул. Ты на ресурс ставил, а не получится. Как сейчас можно дать блок? Лучше блок. Тебе даже подожди. Да нет. Второй блок уж точно кидать не надо. Его блок сейчас подвынос, наверное, кинет. Смотри, где он остался. Ой, боже, ой, какой дам, блядь. Им так везло, зачем он вообще там остался? Чем он думал? Да просто выносили. А там смену на всякий случай, блин. Нафиг переставай. Ну, блин, при его атаке, да. Мы за тебя кинул, да ладно. Так я не заметил, только что хотел сказать. Так это твой. А, еще и выше, да. Его еще стоит, да. Страшно, ну все, значит тут уже опять наша победа. Ну, третью ставку, чтобы она была побольше. Алёха, тупо один попончик поебалу. Ну я хотел, конечно, поприкалываться, но в прошлом бою как-то не, ну, реально никак нельзя было прикалываться. Ну, в этом я даже не знаю, что сказать, блядь, ну бой вообще затащили. Да, блядь. И главное, знаешь, я тоже думал, блин, ну максимум проиграем, знаешь, с маленьким отрывом, хоть что-то, чтобы попробовать, да? А то, блядь. А, на тебя коробку ебали, еще я забыл. Я шапку дали, блядь, и кое. Ну я вообще забыл. Это было, конечно, слишком нагло с этой стороны, когда ты сморозишь, даешь минус один без страты, считай. И башишь разрядника, и чего у меня уйдем? Разрядника, да? Разрядника, да, разрушил случайно, да? Ты смотри на него, смотри, типа все попали. Типа все попали. Сможешь вынести маленький? Блин, я не знаю, что ты там придумаешь, но ты можешь еще сейчас это заугонить сильно. Ну что, как ешь, что ты говоришь, давай тупо на полках. Ну серьезно, что будет делать? Один раз промажешь, и ты просто регентуна или стандартника, или что? О, нормально пошло. Потому что там заземлитель, я же не могу. Да, ты расплышка делал такой иммун, у тебя зависло. Так, если я здесь останусь, у меня ничего не выйдет? Нет, прыгай на барике, обязательно, чтобы его шокером ёкнул потом. На барике. Я просто боюсь, чтобы заземлить тебя на барике. Блядь. Зачем ты это сделал? Ну, представим, что ты сейчас... Он тебя не вынесет, потому что ты атакер, и ты должен отпрыгнуть. Смотри, вот смотри, вот я тебя обещаю, смотри. Вот, я чувствую это. Я это чувствую, смотри, прям тупо вот... Вынес. Хуй, я подошел так близко, выноси его так же. Во! Шокера. Во! Все равно вынесешь, правда? Вот представь, что ты не... Давай, короче, порты. Я не могу сейчас поделить то, что мы можем просрать. Это было очень тупо. Еще один. Вот смотри, давай я вопрошу ее нахуй. Сука. Ты вышла с шокером, можешь далеко, но там еще и охранник. Подожди, у меня есть идея, блин. Надо как-то его на лоханки, типа сверху прыгнуть, с мины. Да-да-да, это вообще. Ну смотри, у тебя вообще... Я же вынес. Фу, ай, блядь, куда пошел? На полкарту кинул, ну все, блядь, иди. Все, давай, последний бой, думай, получится. Сука. Давай, только на этот раз, чтобы наш первый был, вызывай. Да, хотя бы хоть один бой. Да я вообще тут не играл, блин, вообще тупо. Дай минус два надо. Хотя ты меня прикрыл с регнатона, ты поебал, там как-то выживешь. Давай еще. Если это будет вышло еще с ними. Я же забыл, что ты тупишь. Не, у меня ПВП, блядь. Все, ждем. Это такие два боя вышли, там вчера пробежали. Да я хотел поприкалываться, думал, ну тебя, ты даже тогда время там просто не было смысла, что там мутить. Мы слезу-то, считай, тоже нормально затянулось. Я бы реально утопил, как мы тогда еще хотели. То у него было бы 300 хп, но тупо нас захуярил, считай, вот наш ход, который у него был. 180 хп, плюс 180, это 360, тупо два раза слезу-то сняли. Плюс он не затянул, плюс-минус 20 по 20. А еще заметили, вообще тупо наша хора там была. А если бы у меня не было, считай, этих топки, то у меня было бы больше хп, у меня бы утопил, у меня барики были. Тупо без страха еще были, скорее всего. Да и потом тебя собираться, значит, мы бы проиграли. Получается, мы вообще ошибок не допускали, да? Да, мы вообще ошибок не делали, все как по плану. Кто там остается? Да ладно! Ой, мы первый против Ласенького, заебись! Вот сегодня прям нормально. Пошли, пацаны, вот тут можно поприкалываться, так что я тут думаю, что мы выиграем. Все, собрали. Я, короче, выношу. Сразу пою минус. Да, минус у него, минус 12 брони, так что ему жопа. Вот тут, пацаны, думаю, бьёт мне, и сразу приходит Евгения. А, да его пьёт. Мой носорог сейчас будет делать... А, кстати, у них еще антиутопка, еще интереснее будет. Так, надеюсь, коробки не буду кидать. Сразу так, минус один играет Ласенького против... И Кутика какой-то. Давай я на всякий случай стану сюда, пусть он его кроет, потому что там уже весь вынос, ты начал вынести, так я встал туда буду. Ну все, ничего. Да у меня вообще прикол в том, что я носорог сейчас как бы звук полкарты разрушу и даже мина не буду тратить. Даже на урон можешь его нормально вообще. На урон что-то неохота, я сейчас хочу, чтобы такой классно, чтобы был. Зачем прям... Евгения можно вынести? Смотри, ломаю 4 мины, да, я чем 4, я тупо два прыжка сделаю, это будут 2 мины. Нет, там все по тактике надо делать. Да сейчас видишь, поверь, я носорогом уже начинаю, ага, ясно. Может быть с той стороны, все, с той стороны ебашу. Короче, разбег такой, ага, ну понятно. Все ясно уже. Ну что такого можно еще придумать? Он атомку ставил. Ну, в принципе, ставь балку, чтобы на урон ставил. Атомку ставить, думаешь? Нет, не плевай от атомки, он атомку ставил. На кого он ставил атомку? На... Я думаю, на урон. То есть на этого, да? Да, там на урон. Подожди, он же ставил на атомку. Да подожди, я думаю, что так. Это его барики. Мне 11 секунд, я сейчас блок ему передам кода и все. Давай, так и делай. Заебись, короче. Думал, тут помочь. Все сделал? 0, 1, все, шикарно просто. Если меня сейчас вынесет, то он просто... Я на всякий случай отлично, выживу. Отлично, все. Просто допустим, что он даже... Куда ты ставишь балку? Не вообще, не тратя, не тратя, не надо. И вообще сейчас бы вынос дал, если бы не этот паук. Я бы даже при помощи этого барика, я бы тупо с того края разбежался. Считай, сейчас рушит блок. Но тут как-то на выносы, блядь, уж не очень. Да. Так, если, допустим, сейчас меня атакером будут бить, вот еще и второй переход потрачу. Представляешь, меня сейчас вынесет? Ну там считай. Как у тебя вынесет? Разрядника? Ну это будет, это надо быть пиздюком, что ли. Давай, Теряку, заебись! Хорош! Внезапно. Слышишь, может я как-то уберу его мину? Да, убирай, чтобы не выебывались. Коробку кидай на Евгения или нет? Кидай, я Власенька уже меня знает, я его обожаю. Он мне со своей первой коробкой кидает. Так, я на всякий случай здесь поставлю мину. Кидай заземлитель. О, вообще начинается экшен. Чтобы они как-то могли бариками. Хуя ты прикрылся, честно, вообще не кайф. А вдруг он поставил на меня? Ну и что, ну сколько тебя там бы снял?
кидай Нику заморозку. Ну, короче, кидай коробку, руши и там ебашка, это все. Ну все, они допиздились. Если они даже захотят тащить, мне будет интересно посмотреть на это, как они будут тащить. Опа. Так, что там, два перса, что ли? Там два перса, да? Ну, блядь, ты своего сейчас не убьешь. Да, вот ты сейчас допиздился, честно. Ну, кстати, он... Да ты допиздился, ну, смотри, просто переход хода. Ой, я так не думал, что там это. Честно, он не хочет тебя выносить или как? Представь, он еще одну Нику поставит, и я опять аналожкой уберу. Нет, я же думал, что демон. А если Нику заморозку бегу, слышишь? Он тебя вынесет, блядь, вот это, конечно, косяк. А мне как-то нужно сказать. К примеру, смотри, может быть, я фейерверком вынесу, тупо ямочку делал, прыжки, фейерверком. Нет, смотри. Да смотри, вот эта тема. Ну, смотри. Ладно, пусть выносит уже. Может, я все-таки вынесу Евгения, кстати, там как легко. А, заземитель это его, да? Заземитель и наш, и... Фу, я не знаю, что делать, блин. Давай так. На урон давай, может быть, смену дай. Возьми токсин, на Евгении попрыгай. Надо, чтобы Ник один основ остался. Надо, да, да, да. Сейчас, подожди. Прыжок, так. Может, я его вынесу, а? Может, я его вынесу? А не знаю, что делать. Паука кидай. Так, да. А, ну так тоже хорошо, давай. Да, он, блядь, понятно. Ясно, все, вообще красава, короче. Ну что, я... Подожди, ему придется рушить блок непонятно чем. Я бы его вынес, конечно, Ника фугаса, но он бы разморозился, сам знаешь. При моей атаке, так что... Да смотри, как он блок сейчас снимет, мне интересно. Ему уже впало рушить блок. Паука кинет, что ли? Давай не держи, Ника, еще не расстраивай меня. Я не на пауке, нормально. Я вот думаю, как Кириня выносить. Я наебнулся с прыжком, сейчас реально рушит блок, сейчас траты, блядь. Вообще обидно, 4 хода. О! Какие шансы? Может, он... Заземите, разрушит, все, гоу. Yes. Просто, вот сейчас шикарно. Ебаш. Вот думаю, тут вообще идея на вынос. А, можно париками снизу, можно просто с тяжелым лазером. Это будет трудно, конечно, но если все сделать идеально. Ну, давай, вот смотри, выходи. Опа, ох, шикарно, блядь. Что, выноси просто готов. Сверху, без просто? Просто? Ну, блядь. Просто с вертолёта. Да, и не естественно, все. Ну, понятно, ну, смотрите, ребят, мы просто затащили, мы даже не пытались. Давай еще раз. И, кстати, мы с первого раза ни одного поражения, блядь. Это называется правильная игра, блядь. Хотя я хочу, чтобы нас как-то попытались это слить, чтобы я посмотрел, на что мы способны будем. Ну, после первого раза что-то, да. После первого раза я ничего не боюсь. Если проиграли по первому разу, то да, можно было расстраиваться. Ну, давайте хоть наш второй, что ли. Тут и нет мин, тут и нет мин. Скорее всего, тут и нет. Сколько мы там уже снимаем? Минус 40. Отмена будет, давай сейчас. Давайте такую карту на хп, чтобы прям комфортно. Ну, чтобы я вообще... Так, наш первый, это обязательно. Давайте. Ну, ждут ли тупо на хп? Игроки, короче, 800 900. Так, я выношу. Кабрука намыла. Все, вот это будет последний бой. Если мы сейчас выиграем, то все, просто это 1000 лайков как минимум. Это по-любому. Все, сейчас просто вынос. Все, сейчас ничего не скажешь, сейчас по-любому подгонит сил. Я не упущу такой шанс, пацаны. Я не знаю, когда мы последний раз бои поймали, так что играем, нет ничего. Если он будет как Никиша. Никиша, короче, свалил на два персонажа, слил его и ничего ему не дал, вышел с клана. Блин, вот это такой пиздюк, блядь. Типа удачи с кланом. Ну, удачи, блин, вышел. Хотя нет, его удалили, блядь. Я не знаю, кто его удалил, потому что это будет на работе. Ну вот такая вот ситуация, нам дают минус один. Ой, мы даем плюс один. И типа, Константина я знаю, типа тоже мой брат. Ты сможешь вынести Виталия цель? Ой, сейчас секунду. Без проблем. Всего-то 20 броня, и ему пизда. Все, он себе приписал смертный приговор, если типа. Даже если прикроете мне паука не кинут, они вряд ли додумаются до этого, как ты думаешь, паука не кинет. Да не, давай из этого, давай вот. Я ж барьер для чего кидал, чтобы паука не кинул. Разве что он тебя столкнет барьерами. Да не надо паука, ну серьезно, ну что-то приебался к нему. О, мороз серого я затащил, смотри, фу, шикарно. О, нормально вообще. А что делать, чтобы я туда вышел? Блин, я не хочу рисковать. Экстренно. О, все, вообще, без проблем, чувак. Ну просто сейчас, ну грех сейчас не выйдет. Время, давай. Давай. Осталось поставить воду. Так. Блин, ну чтобы было 100% даже. Вот это ты зря сделал. Да, зря сделал. Может, разрядника попробовать? Да нет, разрядник это вообще опасно. Я могу, конечно, фейерверка, ну блин. Все, попробуй. Раз, два. Ну, перелетай, сука, давай! Есть кто? Есть, просто вот эти. Ну, все рассчитано, ну очень трудно было вынести, честно. Не знаю, что это. Рингтоном вообще нормально владеешь. Ну, владеет, это понятно, но не было опасно, я думаю, сейчас... Знаешь, как там трудно, когда рингтон не на одной игре стоит, не на одной игре. Очень трудно. Ну, опять, пацаны, это лям рейтинг, это какие-то сосунки, давай еще раз. Все боятся. Блядь, боятся, но это просто даже... Я не думал, что будет так легко, пацаны. Ну, первый бой сыграли такой трудный, а потом... Это разве что дело. Хотя соперники сильные, согласись. Вот они не любятся, как бы, типа, ащера, когда всасывают по королевству, сразу... Я боялся. Уходи. Жми флаг. Ладно, давай еще. Уходи, тут пассеры играют. Бля, кто-то видел один раз фотки из Майнкрафта, там сидит, знаете, такой школьник и говорит, уходи! Или как они, грифферы вроде бы, когда рушат там. Грифферы, может. Не, не грифферы, а грифферы. Или по-другому, когда приходишь и чей-то дом видишь, и там сидит по тачке, уходи! Это смешно, блин. Давайте, ну еще одному сопернику, ну разве так не опасно? Че такой поиск? Даже поиск уже не знает, кого нам подать, ну, самый... Самый сильный. Кстати, сегодня проебал мафия какой-то Константин. Оп, соединила, кабру. Короче, 4 топера, блядь. Из 4. Опа, вот, я опять не первый. И 800 тысяч, 40 думок, я 40 ножку обожаю, такой лох. Край, а сейчас. Напиши ему, играем тебе, играем. Потому что я с ним ничего делаю. 40 ножку я обожаю, вот тебя коробки тоже не он. Уёба, ты вообще. Макс, ему рейтинг лишь, да, у меня рейтинг лёгкий. Зум браузера, блядь. Так, подожди, кликни, кому не надо, да. Все, заморозка. Просто в сухую сейчас пойми, но если 40 ножка будет уёбаться, то мой атакер ему покажет сейчас. Что, ну все, это последний бой, потому так что тут бой на хп будет. Просто если они сдадутся, то это понятно. Вырубай чат, они там начинают. Все, пусть выёбутся, но это для себя, для своего. Пусть там с собой общается. О, кстати. Знаешь, как она Сергея? Без проблем, сейчас. Да тихо, вот сейчас вот этот фидюка, который справа. А, Сергея,
смотри, в упор идешь влево. Церковь вниз опускает один раз вниз. Дальше. Может я просто фейерверк, а? Листер, а, не, подожди, у меня шейфер. Здесь мне повезет сейфер. А, да. Не, мою тактику не делай, у тебя надо дракон для этой тактики нужен. Давай так, вот я попробую вынести того с того стороны. Ну потом крысит вклад, ну все, они тащили, пацаны. Они тащили, что делать? Прикрывать, короче, сразу говори. Андрей, прикрывать? Прикрывай, прикрывай, Андрей. Андрей, прикрываем. Вот, к примеру, где-то вот так. Дальше, какие идеи? Потом варики... Варики бери, варики кидай возле нас, чтобы они ничего не делали. Давайте их просто блоки кинуть. Они же потанутся сюда в яму. И кидай еще балку Роману, мы можем вынести Романа. Три мины барьерами скинуть, слева там балку. Ага. И давай этот, и блок кидай. Все, я буду дать самый жопу, чтобы он туда потанулся. Давай. Если даже потанется, то ты считай, рисуй, у тебя мина. У тебя 4 мины. Ты придешь и въебешь, и мне балочку поставишь, и все. Просто включаем, включили режим тайзер, тупо потанулся в карту. Кстати, я могу поставить атаку на Артура. Че я не додумался раньше? У меня носорог, считай, я бы сделал. Давайте, Лех, не дошел бы. Ну если бы потонул бы нормально, тогда бы дошел. Смотри, сейчас хочу дошел. Он меня не должен вынести. Не, ну это будет слишком жирно. Блин, ну на ложке тогда спасешь. Что-то я печатку зажал, блядь. Теряй бог. Ну будет нелегко, я уверен. Давай просто барашу. А, просто фугу. И слишком. Да ладно, слишком. Он надо. Останется. Ну хватит. Вынес, пики вынес. Я в шоке. Блок не рушил. Ну все, тогда включаем план Б уже. Я не знаю, давай ты ники вертолет. Блядь, ну что-то не то, пацаны, да уж. Я думал, будет проще. Это на шару что-то вообще умрет. Да, блядь. Ну, как-то не очень, мне понравилось. Ладно, блок сидит, но я что-то не сомневаюсь, что мы сейчас на каток будем играть. Ну что-то серьезно, мне это не нравится. Ладно. Что можно делать? Блять, как бы там вынести вот этого чувака, было бы вообще шикарно. Ладно, блок сидит, мне нам нужно давать вынос, вот еще один вынос. Давай атакером нужно, давай синего атакера убьем как-то. Ага, как? Ну тут скама никак. Если хочешь блок как-то сломать. Да пусть рушит блок, если мы так это. Если скама подумать, я могу поставить балочку, ровно такую балочку. Он, короче, он должен упасть в яму, но это будет очень трудно. С учетом того, что у меня балок, да не дойдет. Да ты идешь. Нет, хватит, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу, завис, отлично. Я думаю, дойти. Может быть с той стороны, давай, короче, да. С той стороны Мити-Мити на лавре, да. Я пошел давать вынос. Давай, давай. Пацаны, это будет слишком трудно, потому что я сейчас затрачусь. Так, чё? Это будет слишком трудно, серьезно. Да блокать я пошёл, вот! Что ты всё пиздец? Его задело что ли, капец? Я ебал. Всё, тут уже, да как задело? Я вообще не знаю. Что-то... Я вообще я сейчас на... вынес бы его. Ну всё, у меня дает 12 участвует 2 кольца, блядь. Я попытаюсь как-то затащить. Ну, блядь. Вот есть. Ну хоть бы не без трат, а. Да, ну. Без трат, капец. Да, блядь. Карта не торбится, карта не торбится. Пиздец, блядь, ещё и в карту, карта. Всё, это пиздец. Ставь. Что за игра такая, чего они боятся, блин, играть? Блять, ну сейчас тупо рушит карту одним арсеналом, вообще пиздец. Я убиваю, да, убиваю, буду уже делать. Будет очень трудно, ну как Ника заделать, нормально же его. Представь, просто беру еще один ранец на его охранники, 100%. И все. Ну просто 100% хватит. Сука, сработало, блин. Ну блоки нет, ты потомешься в блок. Да, он блин. Ну брат, вроде бы, да? Нихуя, блин! Это просто какое-то, не знаю, завезение просто. Как он тебя беспотери вынесет из минуса дело вообще? Непонятно просто. Это флорис. Ну пытайся. Слушай, я даю, наверное, свою уже убиваю. Давай Лэрис они вот там. Ну пока они в карте, считай, им придется тратить каждому по одному экстренно. А если они еще коробку или эту куни кинут, то все. Не считай, 2 арсенала, 4 блока, ой, блядь. Убил, сука. Убил. Блядь. Представляешь, улучшение коробки появится, кидаешь коробку на кучку и там на свет надевается. Пиздец. Еще и без траты кидается. Ну все, я же говорю, что он убьет. Теперь твоя задача убить еще одного. Понимаешь, не будет трудно, считай, ты каждый ход ходишь, а он раз пару ходов. Плюс ты куба сейчас свободно можешь ударить. Свободно не знаю, есть свободно. Ну да, крайне свободно нет. Ну за 2 хода точно. Пока блок сидит, у тебя есть шанс уронить. Единственное, что. Да не морозь. Ясно. Ну, блять, можешь трезубца, конечно. О! Хотя нет. Ну, короче, думай, прикрываю. Либо липучку. Да куда ты прикрываешься? Ам, так, блин. Лучше бы портом сипал. Липучку, ну что? А может его по 2 наставить? Хотя. Постой. Да твои это будет трудно. Давай фугу. Бля, тоже будет трудно, да. Чтобы он потом. О, кстати, заебись, да, кидай их в газ. Арбуз, потому что арбуз самое то. Ну сейчас, короче, мы решили, ну типа, играть на вынос пока что. Вот это будет очень тупо, потому что если у Артура есть. Блять. Охранники блок, блин. Да, блок пропал, видите. Прикол в том, что заземлитель лежит, я еще и заморожу. Заземлитель его, ну это вообще хуёво, да. Допустим, он сейчас кидает блок, и вот тупо рушишь порт, да. А у Дениса нету экстренного. Теперь бы как-то сейчас бы дойти до Артура. Ну супер, Артур, ты можешь дойти, в принципе. Ты сейчас можешь пройти через миску и эту хуйню, и потом он кидает блок. Я думаю, как вынести просто этого. Просто руш. Ну ты не вынесешь, поверь. Подожди, смотри, я мне эти сейчас вынесли. Вот, если сказал, Барика, ты идеально его подкинешь, можешь попробовать фугой. И кстати, вот только. Во, и, ну, заявите. Ну это было, блядь. Ты перехудал? Да. Да ладно, Макс, я думал, ты просто охот. Охуеть. Ну все, ну ты пытался, я думаю. Я вынес. Блять, просто аплодисменты. Я серьезно говорю. Он должен был просрать ход, я уже думал, ты просрал. Ты передал ход, когда кинул барик. Ты знаешь, что ты потеряешь, да? Я знаю, я же тебя готовил. Блять, вот я вообще бы не подумал об этом. Я сейчас вот так за лук гонял, думаю, бля, ну сейчас хуйня какая-то будет, сколько. Смотрю, ты продолжаешь ход. Ну даже еще. Я сломал, нормально. Что сломал? Не, я не веду. Смотри, блок сидит, и тот придут затащит. А, вот заметил, кинул еще. Не мог хотя бы скама попробовать. О, да, обязательно ход, чтобы быстрее. Давай, придут, вот там вот так, смотри. Вот смотри, я чувствовал это. Крылок, все, а теперь пытайся. Можешь передать ход? Скама. Сразу скама, а ты уверен, что получится не останется? Макс, нет, это опасно, уж поверь. Либо мы я сейчас... прикрою? Ну, прикрой, есть балка. Может, я что-то заюзаю, чтобы, ну, считай, блок сидит. Я не вынес, я что-то думаю, что вынес. Ну, смотри, все. Давай, скажи, что... Я вынес. Блядь. Блядь, все понятно. Вот блядь, а? Все, теперь пиздец, ну, тупо вот из этой ошибки сейчас... Я дала балку на вынос ставить, блядь.
Ой, да, да, брат, надо, согласен. Ой, блин, это игры не сплох. Ну что, сейчас пиздец, тебя тупо сейчас выносит, понимаешь? Плюс, плюс он сейчас кроется, ты еще и проиграть можешь. Плюс ей блоки сидит, бля, ну ты такую сейчас хуйню наделал. Я чувствовал, что возможно не вынесешь. Я думал вообще, я даже не думал, что он перейти, думаю, как-то соскользнет. Бля, пиздец, такой шанс. Сейчас везутся меня будет. 100% вынес, разве что ты разморозишься. Ну голос. Разморозишься. Давай, пошел нахуй! Пошел нахуй! Ну ты пытался. Вынес. Ну! Ладно! Ну, смотри, два порта! Ну, речи, не карипучка, а рано вот! Не-не, у меня один. Все, ты да, ты должен. Ты можешь аллилуйкой вынести. Ты должен. Ты должен. Более луйка, а? Есть аллилуйка? Тихо. Блядь, реально же. Ну ты должен, Марк, ты должен. Мы не должны проиграть. Я знаю, что сука. Ну вот смотрите, шанс. Просто последний шанс. Ну? Ну только не в карту. Ну ты олень, блядь, ну как ты? Все, это пиздец. Нет, не надо. Ну все, это пиздец. Ну зачем? Блядь, ты радуйся. Все, шансов нет. Мы пытались точно, это блядь. Мало атаки, в принципе. Ты разрушил карту, понимаешь? Вот это твоя ошибка. Я по-любому пока не вынесу карту. Два раза он как вынос, блядь, третий раз он точно не. Смотри, а ты пытается вынести. Прям как-то не судьба вообще вынос, блядь. Ну, вот если ты сейчас выживешь, правильно? Да, конечно, выживешь. Ну туда, да. Ну тут считайте три ошибки, блядь. И все на вынос, блядь. Мы сейчас считайте три выноса обычно. Ну даже если ты перепрыгнешь на том краешке, ну конечно. Нет, вот эти топы ты зажал, еще раз и все. Как решать сам? Давай, последний раз, если долгий будет, то не снимаем. Давай, смотри. Надо как-то реабилитироваться. Такая ошибка, блядь, пиздец. И прошлый, и скама. Ну, скама, я честно. Ну, Лагин реально везет. Максимально. Думал, что он просто не выживет. Четыре. Просто вынесли на первый ход на шару, блин. Да, шикарно, просите забыла. Я вообще думал, сейчас за луку заснять и все. Просто я после этого бы еще вынес на устрае, блядь, это проблем. Вот слишком много шары, поэтому... Ну, не будем оправдываться, прострали, пусть не может. Давай, следующий игрок. Быстрее. Ну все равно 4 боя или 3 боя все равно себя хуйти не будет. Так что это еще цветочки. Да жалко, что проиграли. Наши сильные игроки проигрывают, если им не везет. Все, соединить. Все. Наш первый ход, чтобы система так не взъебывалась, да? Наш первый, правильно, отлично. Ну все. А игра против слабаков. Все. Ну это так, знаете, просто чтобы закончить, так сказать. Как вам объяснить? С приятной ноты так закончить, все зайти. Что это за шапка? Новая. Хуйня какая-то. Что-то ну вам нравится новые шапки покупать. Хоть они и конченые, но они их надевают. Я как понял, могу, короче, надевать шапки по красоте, а не по. Блять, это пиздец. Они, а видишь, что шапка красивая, нормально надену. Лучше ж красота, чем... А чё ты не в топе, а? Не знаю, а чё я не в топе, интересно? Вау, скандинавский кролик без шапки. Серьёзно? Кролик без шапки. А нахуй ему шапку? Он слишком пиздатый для такой шапки. Я слишком пиздатый, чтобы носить шапки. Ну, давайте сейчас придумаем, типа... Даже не знаю, что придумать, честно. Просто разве что ебануть кого-то так, чтобы... Даже некого бить, а? Они все слабаки. Он сейчас будет, что он сейчас делает? Ничего, блин, просто пропустит ход. А вдруг забурит? Да пусть бурит. Не, я тоже, чтобы были любят бурить. Они не дают себе отчёт, ты можешь вылететь из перегрыка, Алексей, просто идёшь в упор. Давай круче сделаем, давай круче, просто сейчас Шамиля Средневтона уебу. Вот оттуда, вот тупо Средневтона сейчас убьешь. Хоть что-то. Если сейчас, конечно, не паука, не кинул, конечно, шансы очень маленькие. Но может быть, Кубой ударит, ну мало ли. Тихо, тактик. Тактик начало. Тихо. Смотри, пацан к успеху идет, тихо, ну что там делать? Он что-то растерялся, походу. Может, он Кубой бьет на урон? Вау, это типа что было? Да нет, пацан, тихо идет. Домой. Ладно, ну что, выносить вот это или вот это? Даже не знаю. Что выносить, кого хочешь? Все равно. Выноси просто фейерверка для этого Алексея. Короче, хочу так покруче. Ну давайте тогда выносим Шамиля Средневтона. Вот точно, это самое то будет. Так, значит, берем. Ранее. А что переход? Ну был интернет, как всегда. Да, ну был, конечно, они еще помимо этого. Они помимо этого, походу, должны в группу быстро искать. Может быть ты, может быть они в телевизоре. Так, смотрим, вот это должен быть как минимум эпично. Что это было? Нет, я так не играю, я случайно поскользнулся. Ну ладно, все-таки атакер. Должно вытащить. Ну, ладно, все. Попытка не пытка, ну все. Ты его уже заронил, отлично. Не полетел! Все, получается, мы вообще решаем. Дыщ! Эй, куда я пошел? Ладно, я тут посижу тогда. Короче, такой спускайся со спусточкой, и вот такой тупик ебал свой прыжок, блин. Ну честно, не регулированный его. Лучше будешь поставить какую-то кнопку отдельную, чтобы, то есть, нажал, сразу прыжок. Да. Сразу в уши, а тут, считай, F, потом F, и на самом деле двойной прыжок. Слушай, есть же такая шапка двойной прыжок? Заяц плюс это, да? Да. Ну, вообще просто заяц любой шапкой двойной прыжок, три прыжка делаешь. Точно, да. Я помню, что шапка буду и там. Ладно, дальше, вот, смотри. Короче, пацаны, я помню, когда мы делали акции, типа, спасайся кланом. Пацаны, короче, сасывали примерно, знаете, дайте клану, и потом голоса просили, блин, такие, блин, наивные. Типа, знаешь, я помог, я бы сосал, но почему бы не попробовать? Ладно, дальше, ну понятно, взял. Ну хотя, ладно, взял поезд, пацаны, не тянет время. Типа, включай себя тащера. Знаю таких идиотов, а. Сейчас вот с этого, с своей пушки просто вынесу. Меня ж не ремингтон. Ремингтон для пацанов, джекамер для тащера. Ну все, ебашило. Кстати, ты где балки был должен тратить, все, вот это уже вообще два. Это типа мастер выноса, сука. Ну так, все. Дайте приз. Вот, один из них хотел. Че ресурсы возьму наконец? Зачем? Надо было нубам дать. Типа, ну вы говорите, знаете, нет, возьму ресурсы станции, берет ресурсы, говорит, такой еще один приз. Типа, ну мало ли, блядь.
Особенно они любят так делать. Типа, Марик, давай друзья сдаться, я его добавляю. Давай бы голай нахуй. Ну блин, Марик, ну пиздец, не сообщаю, все, давай быстрее. Ну что ж, пацаны, на этом мы заканчиваем бой. С вами был я, прощаю, Максим Боик. Я думаю, вам понравился этот бой. А, ну сколько предстоит? 5 или 4? Думаю, 5. Из 5 боев мы выиграли 4, я думаю, это было достойно. Ну, если бы не тупанули на Зионе, то вообще было 5 из 5. Так что ставьте лайки, пацаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. Можете зайти даже на канал Боюка, он тоже снимает бои. Если вам понравятся такие бои, я могу снять, в принципе, еще пару боев с ним уже в следующем выпуске. Так что пишите в комментарии, хотите вы или нет. Всем пока. Ну скажи пока. Пока. Ну что ж, пацаны, на этом наш бой заканчивается. Я думаю, вам понравился, он был серьезный, прикольный. И самое главное, что это реально было обучающее видео. Не знаю о чем, но если вы поняли, то никогда не нужно сдаваться в безнадежных ситуациях. Что сказать о первом бою, это реально доказывает. И такие бои вряд ли мы когда-то снимем. Второй был бы так себе очень простой, потому что там были атакеры. Третий бой был очень сильный, но... просто игроки криворукие немножко растерялись. Четвертый бой, если не ошибаюсь, на Зионе, вот там реально нужно было просто собраться, и мы немножко расслабились. Ну и о пятом бой там были нубчики. В общем, что вам сказать, 4 победы из 5, с учетом того, что мы допустили 3 ошибки всего лишь. Ну, на этом, блять, мы не роботы. В любом случае, я думаю, вам понравился бой, пацаны. Если вы наберете много лайков и попросите нас... хорошенько, и мы снимем еще один бой. Обязательно, пацаны. А пока что с вами был Эдуард Марчен и Максим Паюк. Всем пока.